Итак, для начала шкуркой я убрала лишние наклейки. Так как гриф отошел от основания, мне пришлось подложить под него деревяшки, посадив их на полимерный клей, аналог титана. Дальше я просто закрепила этот бутерброд с помощью шурупов. Покрыла всю поверхность адгезионным грунтом от Дарьи Геллер. Забыла всех поприветствовать. Взяла черный акриловый грунт художественный и покрыла те места, где я буду состаривать поверхность. Ободок часов я тоже покрыла черным акриловым грунтом. Часы я взяла Fix Price. Вот такой результат у меня получился. Далее я взяла медиум винтаж и прошлась по черному цвету. Медиум можно заменить восковыми свечками. Этим же медиумом я прошлась по ободку часов. С помощью текстурной пасты и трафаретов я нанесла узоры на гитару. Когда текстурная паста высохла, я закрасила узоры черным акриловым грунтом. После этого меловой краской от Дарьи Геллер, у меня цвет снег, я покрыла всю гитару в два слоя. С часами сделала то же самое. После того, как краска высохла, шкуркой я сняла лишний слой, открывая черный цвет на узорах. Получилось вот так. Наметила место, где у меня будут крепиться часы, и прибила туда гвоздик. Чтобы часы висели ровно, мне пришлось подложить под них старое домино. Далее из цветов, которые я купила в Fix Price, я составила композицию, добавив сизаль. Весь декор я приклеивала на полимерный клей и закрепляла строительным степлером.
Но тут пришла помощница, которая решила, что я проголодалась, и принесла мне гороховую кашу. Дальше пришел смотритель и стал руководить процессом. Как вы заметили, зрители надолго не остаются, потому что процесс, мягко скажем, не быстрый.